Наш тест сегодня представляет вам изображения, которые имеют своеобразные характеристики. Именно они и раскроют что-то новое о вас. Условия просты. Посмотрите на 4 фигуры животных и выберите ту, которая вам больше всего нравится. Морской конек. Чувствительность. Это говорит нам о том, что вы позволяете себе быть обусловленным прошлым опытом даже больше, чем должны, и тянете тяжелые эмоциональные нагрузки. Вы очень хорошо различаете запахи и вкусы, но эта чувствительность может иметь неприятные последствия. Например, вас беспокоят шумы, особенно если они повторяются. Тиканье часов или падение капель воды из протекающего крана может вас сильно беспокоить. Помимо шумов, вам не по душе даже слишком громкие запахи. Вы очень бдительны и внимательны к своему окружению. Вы инстинктивный человек, у вас хорошая чуйка в бизнесе. Но в людях вы разбираетесь меньше. Не редкость, что вы доверяли тем, кто впоследствии разочаровал и обидел вас. Жираф. Эмоциональная зрелость. Вы процветающий и решительный человек, который хочет построить свое будущее. Так же, как у дерева, у вас есть корни, и вы чувствуете необходимость расти. Есть желание и цель, которую вы хотите достичь, которая фокусирует ваше внимание. Вы заботливый человек, который очень заботится о своих привязанностях и семейных ценностях. Вы обладаете чувствительностью, но при этом тщательно обдумываете, что делать. Собака. Творчество. Вы человек с очень глубокими ранами, который иногда живет с меланхоличным прошлым, но который, несмотря ни на что, хочет выйти, искупить себя и жить своей жизнью в полной мере. Вы проецируете себя в будущее и оставляете конфликты позади. Вы, несомненно, творческая личность и обладаете высоким эмоциональным интеллектом. Вы можете понять других. Вы человек с высоко развитой эмпатией. Слон. Рациональность. Все, что вы задумываете внутри, вы хотите завершить снаружи, желая быстрее достичь результата. Вы – вулкан идей с большой инициативой. Вы познали страдания, но сумели его преодолеть. Вы можете иногда корить и ругать себя за свое прошлое, за то, как вы страдали. Вы не позволяете себе быть подавленным страхом. Со временем вы научились культивировать здоровое эмоциональное осознание и во всем видеть позитив. А каков был ваш результат? Поделитесь им в комментариях.